Всем привет, вы на канале Крылья Нью-Джерси. Это же надо пол машины разобрать, пол машины, чтобы до лампочки добраться. Ой, что за день-то сегодня такой? Понедельник. Еду в магазин за лампочкой, а еще и дворники надо поменять. Кабан-танк, закапризничал. Красавец мой. Вот у каждой машины есть свой характер, да? Я обожаю автомобили, не люблю их водить. Ну, как-то так. Вот свой характер. Вот был бы этот пикап белого цвета, как лошадка, да? Ну, что можно было бы сделать? Ничего, никакой тюнинг на нем бы не смотрелся. А так он красный, просто пушка-бомба-ракета. Вот, и огни на нем красные. Он же с нашим знаменем цвета одного. Помните, нас учили в школе этому ужасу? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, оставайтесь на канале. Ставьте лайки. Скоро я приду с новой лампочкой. Никуда не уходите. Не, ну как вам нравятся эти выходки? Приехал в магазин, а? Вытащить хотел ее из патрона, эту лампочку, чтобы идти ее менять. Она берет раз и начинает курбо-бубр работать. А? Так это какое-то издевательство надо мной сегодня, что ли? Оставайтесь на канале, это еще не конец. Автомото. В пакетике будет два. Ну что, покупаю два. Two in the package, right? Okay, I'll buy it. I also need the what it calls the wipers. Can you change my wipers? Yeah. Yeah, what you're called. Я не знаю, как у вас в вашей управе, а у нас в Нью-Джерси, ну вот так вот. Старичок сейчас будет менять мне дворники. Не ненавижу менять дворники, я вечно их ломаю. Пусть дедок ломает. Oh, you got the tools and everything. You came prepared, huh? Uh-huh. It's all in your hands. Advanced Auto Parts, best of the best, вот так я вам скажу. А я пока вот купил две лампочки, по одной не продают, $10, значит. Ну, это хоть и работает, но я все равно ее как бы положу в запас, а эти сейчас я поменяю, и будет мне счастье. А вы оставайтесь на канале. До скорого. So yeah, did... Ага. О, oh, too far, right? Too far. А, дедуля говорит, что мои старые дворники, они были неправильные, они были too big, right? Yeah. Да, они были слишком большие. Но я вот не помню, я их менял или до покупки трака. Трак у меня 3 года. Ну, дедуля молодец. Раз, раз, раз. И пошла жара в хату. А где красота неземная, нечеловеческая? Работает. Так. Что у нас дальше? Все собрал. Все на месте. Взвесьте. Полкило взвесьте. Все на месте. А ну-ка проверяем. Опа, сякочки. Опа, сякочки, поворотик. А ты мой хороший. Как родной. Сейчас вот тряпочкой возьму вот здесь вот на жопке трубочку вытру. Ну, не дело, что она грязненькая у меня. Я же должна все гореть, все блестеть от пушки до гайки. Я же крейсерский боцман. Ой. Ну, вот так. Все починил. И сейчас еду на замер. Вот, на работу. А что делать? А домой не приносят деньги. Так что всем привет, всем пока. Жмите колокольчик, он принесет удачи и вам, и мне. И это, распространите видео по миру. А Advanced Auto Parts вот так работает. Молодцы, пацаны, и я тоже. И вам не хворать. Размножьте по миру, пусть мир посмотрит своими глазами. Оставайтесь, целый день сегодня будем вместе.